Аслен Эйден. So, видите, на заключение вы ознакомились? Well, do you know the information in the copy of your indictment? Так точно. Не возражаете против рассмотрения дела сегодня? Начать сегодня рассматривать дело. Do you have any objections to considering this case now? No objections. Нет. Эндершон. С обвинителем знакомы? С обвинителем заключения? Do you know your indictment? Yes. Не возражаете против начала рассмотрения дела сегодня, по вашему делу? Do you object against the case now? Нет. Саду Брагим. С обвинителем познакомились? As-tu pris conscience de la cause? Да. Не возражаете против начала рассмотрения дела в отношении вас? Нет. Хорошо. Так. В судебном заседании у нас, согласно списку обвинительного заключения, указаны 5 свидетелей. 5 свидетелей. В отношении троих, на сегодняшний день в судебном заседании никто из них не явился. В отношении троих имеется информация о том, что они пребывают в следственном изоляторе в городе Таганроге, и прокурор представил служебный документ о том, что их явка невозможна. Два иных свидетеля не явились в судебное заседание, причина неявки неизвестна. Вопрос к участникам процесса. Можем ли мы начать рассмотрение уголовного дела при данной уже неявке свидетелей? There are five witnesses in the case, but three of them are in investigative committee in Taganrog. That's why they cannot attend the case. And two witnesses, they hasn't arrived by we know what reason. Yes, unknown reasons. So do you agree to consider the case without the evidence? Так, Аслен Эйден, не возражаете? No, you don't object. Нет. Пенершон. Okay. Нет, не возражаю. Садун Брагим. Нет, без проблем. Хорошо. Защита, ваше мнение? Ваша честная, мы считаем, где засесть, что нужно начать, а вопросы эти явки решить в конце судебного заседания. Товарищ прокурор, поддерживайте свои служебные документы. Поддерживаю, что у вас хорошо. Так.